Внимание! Данное видео транслируется без мата, но не рекомендуется к просмотру лицам, не достигшим 16 лет. Всем привет, друзья! С вами Стасенчик, это канал Размозки Плей, и мы с тобой продолжаем проходить House Flipper. Ставим таймер на 25 минут, как положено, и погружаемся полностью в игру, как и положено. Клумба. Убрать сорняки. Так, убрать сорняки, это просто сорняки убрать и все? Или это... Ну, это, похоже, без газона. Не понимаю, так. Нет, вот. Да, все, отлично. А, рассыпать покрытие гравий одноцветной. Гравий. Типа кругом или квадратами. Интересно, а почему круглые дешевле? Непонятно. Так, а откуда? Вот так, да? Угу, тут можно перебарщивать, я понял. Ну, просто держим кнопочку и просто рассыпаем гравий. Могли бы для гравия что-нибудь придумать, типа как с лопатой что-нибудь сделать. Но, видишь, разработчики решили именно так. Сейчас мы поверхность вот так вот зафигачим. Есть. И кустарник хвойный, да? Давайте. Кустарник. А, любой можно, да? Так, сейчас. Кустарник хвойный. Кустарник хвойный низкий, узкий, низкий, узко, конический. Это, то есть, конус. Так, получается, так. Кустарник хвойный узко, конический. Кстати, узко, конический хорошо выглядит. Но это тоже же кустарники хвойные, правильно это засчитывается? Вот если вот такой высадить, это дороговато. А сколько у нас за работу платят? Пока прибыль 17. Ну, блин. Ладно, давайте раскошеливаться тогда. Я так думаю, можно... А это что это за... Давайте его прикроем. Это недоразумение. Так, надо как-то посередке его, что ли. Вот так вот, что ли. Сделать. Это же будет считаться кустарником хвойным. И что нам делать? Посадить его. Лопата. Естественно. Просто держим кнопку, да? Нет, нажимаем. Или держим. Я так и не понял. Сейчас разберемся. Так. Так. Просто держал кнопку. Кустарник хвойный. Так, полить. Есть, есть, все. Все, миссия выполнена. Но вот этот кусочек меня раздражает. И вот, это сорняки прорастать начали, да? Ну-ка, сейчас попробуем. Мне кажется, да, мне кажется, это просто стало прорастать. Это надо убирать. Да, смотри, он появляется опять. Вот я использовал. Отворачиваюсь. Не знаю, посмотрим. Так, дальше, что у нас следующий? То же самое, убрать сорняки, рассыпать покрытие. А если сразу, если прям сразу, прям вот сразу, если сорняки уберутся на автомате, но их будет видно, это хорошо. Стоит вначале гравием, значит, фигачить, что потом сорняки убирать. Возможно, это будет чуть дороже, не знаю. Мне сам весь процесс кажется чуть дороже. Ой-ой-ой, а здесь смотри, здесь нельзя, типа... Тут бордюрчика-то нету. Вот это вот печаль. То есть получается у меня там рассыпано сильно. Ну и ладно. Двухцветный?
А сразу нельзя было сказать об этом? Сами же вроде дали... Ой, ладно. Двухцветный так двухцветный. Рассыпем, значит, двухцветный. То есть мы сейчас зря потратились. Вот это вот в таких играх бывает раздражает. Так, убрать сорняки. А, планшет. Планшет, так, как это вот? Зато все видно. Вначале гравием сыпешь, потом сорняки. Это, конечно, неправильно, не технологично, так не бывает в жизни. Но в игре работает. Так, еще один где-то вот сорнячок. Так, и опять кустарник хвойный посадить. Да, не будем сильно отличаться. Ой, сильно отличаться не будем. Так. Одинаковые будем сажать. Ну вот здесь, ну тоже вот так вот, вот сюда вот его посадим. Плюс-минус, как тот. Как-то вот так. Да, что ж мне все время хочется как-то не туда. Так, давайте держать кнопку. Вот мы держим, он откидывает. Да, если держать, он откидывает. Если не держать, то он это. Чуть-чуть подержал. Вот так вот. И видите? Как-то не доделана как будто система. Ну ладно, может я просто придираюсь. Так. Поливаем. Все, есть. Есть. Плюс один. Следующее. Рассыпать покрытие гравий двухцветный. Двухцветный сразу нам тут говорят. Ну, будем так же, как там уже. Понятно, что здесь лучше использовать квадраты было бы. Мы это поняли, осознали. Будем учиться на своих ошибках. Ну, как-то так. Хозяйка сама, если что, гравий уберет, правильно? Подуберет. Я тоже так думаю. Посмотрит, ну... Зато мы всю работу доделаем. Не супер идеально, конечно, будет. Все время хочется через планшет почему-то выйти, не знаю. Ну, убрать из руки что-либо. Хотя достаточно правую кнопку мыши нажать. Так. Убрали, да? Опять кустарник хвойный, ну... Такое, очень однотипные заказы. А я какой заказывал? Двух или трех? Подожди. Так, подожди. Двух я заказывал, все нормально. Вот эти. Угу. Тоже один, да? Тоже. Ну, просто хозяйке захотелось дополнительное растение. А вот. Это такое бывает. Так, далеко, да? Нет необходимости здесь копать. А можно было бы так все перекопать, да? Дал бы нам все просто взять и перекопать. Так. Просто один раз нажимаешь, он просто присыпает. Не надо не держать ничего. Так. Все, заказ завершен. А вот этот... Этот же участок тоже, да? Да. Все, давай. Так. Пользуемся полностью клавиатурой. Там. Кнопки Space. Ну, то же самое. Лишний гравий он просто пусть уберут. Сами. Так. А вот это... Как-то он как будто не хочет. Вот. Вроде бы все, да? Да. Так, убираем сорняки. Сорняк. Все, 100%. И кустарник еще один посадить. Тоже хвойный. Ну, я говорю, мы не будем прям сильно, потому что зачем сильно отличаться? Просто... Да, вот видишь, опять то же самое. Нету вот этого вот автоматизма почему-то в голове, что надо вот сделать. Это не игра виновата, это как бы я еще не привык.
Хотя вроде бы, да, что тут привыкать-то? Так, один раз Е нажали, еще один раз нажали, мышечкой нажали, закопали, поднялись, палили. Ну и чё, 142 тысячи, мы сколько, раз, два, три, четыре кустарника купили по 2 тысячи, по сути, мы сколько, ну 8 тысяч потеряли. Ну минус гравий. Я считаю, достойно. Портфолио. Во, смотри, молодцы какие, красавцы же. Да, чуть-чуть там заходит, но красиво же выглядит все равно. По-моему, хорошо выглядит все равно. Он сразу как-то... Даже цвет другой стал. Блин, прикольно, вроде бы... Знаешь, это вот для меня человек, который вот творчеством... у него нет навыков искусства там рисовать, что-то такое делать. Ну вот, пожалуйста, ты как бы сел там и сделал. У меня как бы дачи нету. Ну, была бы дача, может, я бы там ездил бы, что-нибудь делал. Ну, тогда бы я, наверное, не снимал. Наверное, тогда у меня был бы контент не игровой, а какой-нибудь другой. Так, да, смотрите. Вот у нас было 15 и опять 15. Демо Garden DLC уборка сада. Надо убрать кусты. Демо АГТВ, демо Люксур и жилой бункер. Что бы нам взять на ближайшее демо? Я думаю, потом они будут друг за дружкой идти. Когда мы закончим вот эти и вот эти. Я думаю, эти больше обучалочки такие. Наверное, стоит жилой бункер. А тема «Жилой бункер». На прошлой неделе моя дорогая и замечательная жена решила, что мама будет жить с нами. Я решила, что для дорогой мамочки идеальным местом будет холодная металлическая конструкция, захороненная глубоко под землей. Короче говоря, я хочу поместить ее в бункер. Конечно, это все для ее безопасности. А как же еще, действительно? Чтобы мама туда переехала, нужно обеспечить там минимальные условия для жизни. Просто минимум ей туда. Кровать, ванная, кухня. И когда я пишу минимум, я действительно имею в виду минимум. Не переусердствуйся с комфортом, потому что я думаю, что мама не будет долго баловать нас своим присутствием. Было бы неплохо положить некоторые вещи, которые помогут пережить апокалипсис, потому что тогда будет легче убедить мою жену, что все это ради безопасности моей свекрови. Подписано, ожидающий отъезда любимой мамочки, зять. Ну, естественно, мы возьмемся за такой заказ. Ну, как-то столько смеха, столько юмора авторы вложили в этот бункер. Это прям вообще для любимой мамочки. Да-да-да. Ой. Да, самое сложное — это убедить жену. Убедить жену. Но если муж никогда от своих родителей не отвернется... Не, ну бывает, наверное, ситуация, когда есть, когда нужно отворачиваться. А есть по большей степени 4, а 4 отделения в бункере. А по большей степени женщин проще отговаривать, потому что женщины с женщиной хуже ладят. И поэтому... А где сам бункер-то? Видимо, где-то на заднем дворе, как обычно. Ой... То, что женщина с женщиной хуже ладит, поэтому обычно проще как-то отговорить жену от чего-то такого. О! От каких-то таких действий по отношению к родственникам. Смотри, газон, хороший газон у человека. Да, сорняки есть, но это не важно. Так, отлично, открыли бункер. Space, прыжок. Так, ну пошли, зачистка. Сегодня, видно, чисто зачистка. Посмотрим. Ой, какое тонкое помещение. Это прям... Зажмите. Это прям очистка-очистка нужна, да? Свет давай включим хотя бы. Есть. И на том спасибо. А чё так? Вот первое помещение, что сюда он хочет? А, просто очистить от типа прихожей. Все хорошо. Это нормально. Окей. А вот здесь уже интересно. Так... Бутылочки какие-то. Ух ты. Ружье для защиты. Что там написано? Fallout Shelter. Блин. И это все не мусор ведь. Смотри, это просто еда какая-то. Тараканы. Оп, газета мусор. Хорошо. Аптечка не мусор.
То есть прям реально минимум человек решил потратиться. Всякие коробки. Ой, тут как много коробок-то всяких. Вот это, я думаю, это все нормальное, да? Да, смотри, это все можно, типа, употреблять. Как бы это грустно не звучало. Минимум просто какой-то. Тараканы, тараканы. Ух, тараканы. Так, стулья можно было убрать. Хорошо, так, баночка остается. Что у нас? Купить предмет, уничтожить гнездо, очистить грязь, купить предмета. То есть нам не надо. Так, давайте от тараканов избавимся. Нам с полками делать ничего не надо. То есть их устраивает. Что там у нас? Турбогенератор, кухонный шкафчик, двухсторонний кухонный шкафчик. 9 предметов купить. Но при этом нету никакой информации, что надо что-то продавать пока. Сейчас мы еще посмотрим. Как тяжело избавляться от тараканов. Как прям в жизни тоже вот тяжело. Не настолько, конечно, прям... Вот это вот прям супер легкий способ. Типа гнездо таракан. А ты попробуй, да, где-нибудь в России в квартире найди гнездо тараканов. Я понимаю, найти гнездо пчел каких-нибудь. Да и чё, у тараканов, у них там что, матка, что ли, какая-то? У них же развитие, каждый таракан. Сам по себе. Как-то это просто странновато как-то. Давай тебя запылесосим. Сколько там еще? 93%. Где они? Они там, что ли, за этим? За шкафчиком? Но это еще более правдоподобно стало. Типа они за шкафчиком таракана, да, где-то? О, мусор. Подожди, а нифига, а где? Вот парочку вижу. Ползают там по банкам. Напомню, можно поменять на стекло. На стекло, наверное, было бы логичнее поменять, но... Не хочу менять, заморачиваться с этим. Пусть будут тараканы. Так, достать пылесос. Дальше еще 3 таракашки, да? 4 вижу. Ну, не бывает так. Ну, это настолько неправдоподобно, не знаю. Во. Отлично, тараканов убили, но говорят еще убрать мусор. Так, убрать мусор. И где он здесь? Мусор убрать. Уберите мусор. Где еще мусор? Вот это нет. Думал, может быть, канистра какая-нибудь. Говорит, уберите мусор. Чего за мусор убрать? Мы вроде бы все, что можно было, достали. Ну ладно, это... Будем считать, что... А, вот, наверное. Да. Стульчик вдруг появился из ниоткуда. Так, это второй выход, да, здесь тоже ничего такого не надо, просто... Прихожая. Это в квартиру, да, я так понимаю, вход. Она будет, видно, всегда закрыта. Понимаю. Утинка. Так, а это типа душ, да? Туалет, душ, да? Ну смотри, ну более-менее хотя бы. Тут даже, смотри, тут даже чисто, в принципе. Тут только вот так вот почистить и все. Давайте с него и начнем. Очистим грязь какую-то, вот пыль, все, отлично. Стала появляться паутинка уже. Так, это радует. Вот здесь вот давай, ну вот уже более-менее, уже. Как-то... Плитка, кстати, очень похожа на плитку, которая у меня сейчас в ванной, прям такая же. Как будто точь-в-точь, я не знаю, как будто прям копировали. Так, ну это понятно, что там тоже грязь. А здесь-то что? Где здесь-то еще грязь? 98. Так, 98. Придется просто так ходить. У нас детектора еще нету максимального. Так, давай около двери вот так вот сделаем. Наверное, около вот этой. Вот здесь вот около двери, да? Нет, нет, нет. Что-то типа... Наверное, вот за этим как-то, под этим, нет? Под шкафчиками? Под каким-нибудь, нет? Нет? Тоже нет.
Ружье почистить? Нет, нет, нет. Вот здесь вот нет. Вот. А, непонятно опять. Вот, вот где грязь? Где грязь? Вот ты видишь здесь где-нибудь грязь? Технически ее здесь дофига. Но игра говорит, нет, здесь не так много грязи. Вот где, 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 где? Что тут еще грязное? Что тут еще грязное? Что мы не доубрали? Что мы не доубрали? Что мы не доубрали? Банку не почистили. О! Видно, банку не дочистили. Так, хорошо. И здесь еще, да, у нас грязь. Вот здесь у нас вот тут. 68. Так, сейчас поднимем голову вверх. Естественно, паутина. Так, все, есть. Это есть, это есть, это есть, да? Все чистенько теперь у нас. Ну, почти вот еще здесь. Тоже вот тут, вот, вот. Все. Теперь чистота. Так, в этой части вообще нам говорят, ничего делать не надо. По минимуму реально просто. Дальше, вот в этой части. Тоже ничего, помещение практически готово. Так, ну... Все-таки. Я все понимаю, но... По-хорошему надо это все как-то переложить, переставить. Я понимаю, что это не часть игры, но это нехорошо. Так, все оставлять. Так, ладно, пусть будут консервные банки внизу. Всякие. Как будто, я не знаю, какие-то банки тут. Переезд тещи такие. А вот, тещенька, это вот то, что вы там закрывали, да? Вот здесь. Это все, что с годами мы скапливали. Это вот все для вас. А я нагинаться. По-моему, я мог раньше нагинаться. На С, наверное, да? Да. Это классически. Классическое управление в играх. Какая-то розовая штука непонятная вообще. Свекольное что-то, наверное. Или нет, может быть, это помидоры такие просто. Какие-то ранние. Так, давайте все вот эти консервные банки вниз переставим. Пусть они там будут. Вот это вот поставим вот сюда куда-нибудь. Вот так. Так, чипсы сами себя определили, где они хотят быть. Они хотят быть здесь. Вода можно сюда поставить. Так, жаль, прям помногу нельзя перетаскивать. Я помногу перетащил. Просто, ну а как? А как иначе? Портфолио иначе будет некрасиво выглядеть. Если это все оставить, нам скажут, эй, ты чего делаешь? Да, ты зачем так делаешь? Так, давайте с корточек встанем. Блин, ну не вмещается, ладно, там передвигать уж настолько безрассудство какое-то. Так, консервная баночка вниз пошла. Так. Не прям супер ровно, мы же не в супермаркете, правильно, расставляем. Вот, нам не для продажи, скажем так, нам просто для... Для тещи. Блин. Класс. Да, блин, ну как так-то, я ж положил. Вот. Зажимать не надо просто. Зажимаешь, когда берешь, а когда ставишь, не надо. Вот, когда ставишь, просто ставишь. Блин, ну какая-то серия получается, расстановка банок, я не знаю. Все равно, хоть и вроде бы по-быстрому пытаешься это делать, а все равно понимаешь, что как-то оно не быстро получается. Так, ну явно сюда что-то пойдет, еще какие-нибудь консервные банки. Так, давай, то что это, типа риса, наверное, какого-нибудь там. Ну ты смотри, а. Так. Вот. Так. Прекрасно. Так, большую банку. Сюда у нас еще. Еще одна как раз большая банка. Там сзади еще что-то, да? Да, ух ты ж, тут еще сзади дофига, господи.
Просто кладем как попало. Сейчас еще вторую эту полку тоже поставим. Я вначале хотел ее оставить. Там типа на микроволновку, еще на что-то нет. Раз такое тут дело, раз тут все так раскидано. О, а все, время прошло, а ты смотри. 25 минут. Так, 25 минут прошло. Ну, по-хорошему надо заканчивать. Сейчас закончим. Ну да, райс написано, рис. Так, сейчас вот это вот. Так вот. Сейчас, когда как раз я выложу серию, которую я записал. Вот, а это поставлю на рендер. Быстро рендерится теперь все. Так, это пока сюда. Блин, ну, конечно. Нехорошо сделали. Неудобно. Скажем так. А слово совсем неудобно. Не знаю. Мне вот неудобно. Ой, эти баночки, баночки. Время у меня крадут. Сколько там у меня? Ну да, крадут. У меня немного времени есть такое. Вроде 25 минут, да, пролетели прям, ух. Почему так? Это краска, что ли, какая-то? Вот тоже ее поставим куда-нибудь сюда. Отлично, вот в принципе и все. Замечательно. Ну тогда на этом все. Всем спасибо за просмотр, всем хорошего дня, хорошего настроения. Увидимся там завтра, послезавтра. Всем удачи, всем пока-пока.